Камила, Аллах все-все сотворил на земле? Да, абсолютно все. А динозавров он тоже сотворил? И динозавров тоже он сотворил. Но они же огромными были. Ну, ты понимаешь, для Аллаха это совсем не проблема. Когда на земле еще не было ничего, что известно человеку, и вообще самой земли не было, он уже существовал. Он существует вечно. А он все-все знает? Да, он всевидящий, всеслышащий. Он может сделать любой вещью все, что им чего только пожелает. И он самый мудрый, самый справедливый. Поэтому людям на земле очень хорошо живется, если они слушаются его велений. А тех, кто его не слушается, он наказывает? Знаешь, родной, те, которые его не слушаются, они сами себя наказывают. Потому что, когда ты не слушаешься того, кто знает намного больше, чем ты, ничего хорошего выйти ведь не может, правда? Да. Я вот когда маму не слушаюсь, по утрам без носков хожу, потом всегда нос течет. А она же тебя предупреждает, что так и будет? Да, она говорит, вот заболеешь, будет насморк, не буду больше тебя жалеть, сразу врача вызову. А Аллах любит нас больше всех, Он любит нас больше, чем мама любит своих детей.